Всем привет, вы на моем канале Вязание. Сегодня у нас понедельник. У меня сегодня должен был выйти влог выходного дня, но я в выходные не очень хорошо провязала. Точнее, вязала урывками, ну, знаете, так, типа, котлеты перевернула, провязала полрядочка. Пока чайник кипит, провязала полрядочка. Такого какого-то свободного времени для того, чтобы, ну, хотя бы полчаса сесть повязать, к сожалению, за все выходные не нашлось. Сама в шоке. Вот, и процесс вроде с собой в дорогу брала. Ну, то есть, рассчитывала, что и в дороге, возможно, повяжу. А уж не получилось. Вот, и поэтому я двигала всего один процесс. Его продвижение вы увидите завтра. Завтра у нас выйдет с девчонками видео продвижения в гонках вязальных. Ну, поэтому я думаю, что нет смысла мне сегодня прямо снимать видео о продвижениях. И я уже, честно говоря, думала, что ничего не буду снимать, а потом думаю, а я вообще любила раньше в середине месяца снимать видео о текущих процессах. И на сегодня у меня был такой план на вечер перебрать свои полки. У меня есть полка, где стоят два контейнера, и я туда сгружаю просто все, куда не знаю, что не знаю, куда положить. И там есть и процессы, и какие-то недоделки, и то, что я собираюсь в будущем повторить, да. Ну, в общем, все на свете. Думаю, дай-ка я, наверное, сегодня сниму видео о всех своих текущих процессах и не текущих, то есть и долговязы в том числе. И мы с вами на все это дело посмотрим. Я сейчас, правда, не вижу одного процесса. И что-то даже не могу понять, а где он? А вот он у меня. Нашла. Чуть не забыла. Вот, поэтому сегодня будет видео о всех моих процессах, но в самом начале видео я вам хочу показать новую пряжу. Я в пятницу была в Минске, я, по-моему, в каком-то из видео об этом говорила, кажется, даже в визавлоге, и затарилась немножечко на сочной пряжи. Вся пряжа, которую я сейчас вам покажу, это пряжа из магазина vizamania.shop. Ой, вязомания, не знаю, может быть, нижнее подчеркивание. Короче, ссылку я внизу опять оставлю. Значит, это носочный магазин бобинной пряжи, и там в основном носочная пряжа. Хотя я могу ошибаться, нет, не слушайте меня, пожалуйста, что там бобинная пряжа в основном, это 100%. Так, вот такой у меня пакетик, да, и вы видите, что у меня здесь еще пайеточки, я вам так вот бирочку, наклеечку покажу, да, все-таки нижнее подчеркивание, да, и телефончик есть, можете все это дело себе заскриншотить. Ну и вообще поехала я, почему? Мы с Сашей, это лично знакомая, да, хозяйка магазина, мы познакомились, по-моему, на второй рукодельной встрече. Ох, как давно это было, слушайте, обалдеть, Саша очень классная девчонка, позитивный человек вообще. Умничка. Вот. Потом Саша свой канал открыла. Уже как-то стало еще ближе. Вот. И когда я говорила в одном из своих видео о том, что мне не хватает пайеток, что я буду искать, до того, как я успела где-то сказать еще на публику, да, что я пайетки уже заказала в другом магазине, она мне отписалась, что у нее есть остатки от какого-то из ее процессов, да, в количестве вот так. То есть здесь целый, давайте я не буду его распаковывать, он там абсолютно целый, в бумажечке такой хрустящий. Здорово, кстати, придумано, чтобы не рассыпалось, да, и каждый моток вроде в отдельной упаковке, и не занимает много места, и это не пакет, потому что, ну, пакет всегда выглядит колхозно. И вот такой остаточек. Значит, это то, что я пущу на джемпер свой. Ну, процесс я покажу, если вы вдруг не видели. И дальше у меня здесь целая куча носочки. Здесь есть еще одна пряжа, которую мне положили в качестве бонуса. Снова открыточка. И я, если честно, еще не успела узнать, что это за пряжа. И вообще, вы, если к Саше в Инстаграм зайдете, в Инстаграм магазина, у нее там в актуальной сторис есть такая сохранялочка, да, носочка. И вот это все можно там найти.
Здесь все по 80 грамм, то есть из расчета, что даже хватит на большие носки, на большой размер, но, возможно, не на очень высокий, потому что, допустим, я вязала своему старшему сыну носки, у него сейчас, так, давайте, я вязала на 45-й, тогда, когда еще был 45-й, и 100-граммового мотка классической носочки, 420 метров на 100 грамм, да, мне хватило на очень высокие носки, они такие высокие, не нужны, это 100%, да, то есть я там, по-моему, даже еще какой-то малюсенький клубочек не довязала, потому что уже просто нервы сдали вязать без конца, да, кажется, уже гольфы получаются. И такие длинные носки не нужны, ну, то есть моему ребенку, по крайней мере, плюс я носки вяжу ему на 60 петлях, да, то есть не ориентируюсь на таблицу вот эту носочную, которой, я знаю, рукодельницы часто руководствуются при выборе количества петель, там, количества рядов, я нет. Я вяжу на 60 петлях и себе, и ему. И нам этого хватает, и получается, что носки из 100-граммового мотка получаются, ну, очень большие, если все увязывать в ноль. Здорово, что есть возможность взять размот любой от кратно 10 граммам, то есть хотите 50, хотите 40, хотите там 60, вы же знаете приблизительно, сколько пряжи уходит там на ваш размер носочки, да? Какой смысл брать больше, если не хочется складировать потом эти остатки? И я взяла по 80. Можно было, конечно, по 70, но уже, скажем так, я знаю наверняка, что хватит и на старшего сына, и на меня, и на подарок, если вдруг я решусь кому-то там носочки подарить, да, потому что столько носочки у меня сейчас, столько носков уже связанных, которые я даже, в принципе, еще не носила, и, может быть, даже не стану надевать, ну, просто для того, чтобы они остались новыми и потом ушли кому-то, возможно, на подарок. Короче, стандартная открыточка, да. Это Саша. Ну, это по-любому Саша. И давайте покажу. Здесь в некоторых моточках всунута этикеточка. Я не могу вам сказать. Вот, смотрите, видите, вот в этой красоте есть этикеточка. 75% мериноса, 25% ПА. Я не буду ломать язык. Короче, вы поймете, как это читается. Где там? Вот так. Да? Кто понимает, о чем? Вот так. Речь. И значит, не везде эти этикеточки есть. Ну, значит, скорее всего, просто пряжа одинаковая, да? Просто разные расцветки, поэтому, ну, для меня это, если честно, не принципиально. Мне совершенно не важно, как это называется. Я выбирала по цветам. Значит, давайте начнем с чего? Ну, давайте вот слева. Значит, очень хочется из этого всего повязать такие, знаете, просто по кругу образцы, чтобы посмотреть, как ложатся полоски. Потому что в мотках это, конечно, очень прикольно все, очень ярко. А как это будет в носке, это большая для меня загадка. Ну, то есть в полотне. Значит, вот такая расцветочка очень симпатичная. Мне кажется, что это расцветка унисекс. То есть можно вязать и для сына, допустим, да, и для себя, или кому-то на подарок. И там уже на месте решать, какие это будут носки, мужские или женские. Все эти носочки, всю эту носочку я планирую вывязать, конечно же, обычные носки лицевой гладью. Вот, чтобы насладиться именно цветовыми переходами. Это первый. Потом вот такой яркий. Что-то у меня там компьютер сходит с ума. Такой яркая осень у меня почему-то ассоциируется. Вот тут есть и фиолетовый, да. Но все равно. Вот так. Если я не ошибаюсь, вся эта носочка еще в наличии должна быть. Вот такой красивый синий. Тут, кстати, было написано на этикетке, что это с жаккардом. То есть там, скорее всего, какой-то рисуночек должен появиться именно в носках. Красивый синий цвет, такой васильковый, вот именно вот этот, который потемнее. Я очень люблю этот цвет. Потом вот это очень красивая штукенция. И вот я не знаю, но это скорее больше женские носки, да, все-таки. Набор цветов такой. Хотя мальчики же тоже разные бывают.
И это, по ощущениям, она совсем другая. Она такая более шелковистая. И я бы, если бы не знала состава, тут написан состав, что это меринос СПА, я бы подумала, что здесь есть вискоза в составе, потому что она немножко холодит мне палец. Вот я чувствую, как будто бы есть вискоза в составе. И вот это такая же тоже. Это очень красивый цвет. Вот я бы, наверное, если бы у меня сейчас в процессе носков не было, да, и планов не было грандиозных на вязание на этот месяц и на следующий, и на следующий, и на следующий, я бы конкретно из этого сегодня начала, потому что вот у меня сегодня настроение, сегодня еще не знаю, я пытаюсь переключиться, но выходные у меня соответствовало настроение вот именно такому цвету, знаете, такой холодный розовый, хочется вроде одного, а приходится сдерживать себя и быть такой хладнокровной. Вот такое у меня. Ассоциации такие. Вот такая очень яркая носочка. Это называется «Все краски, что остались на фабрике». А давайте их нальем сюда, в этот чан, и получится вот такая яркая. Но тут реально, какого тут цвета только нет. Посмотрите, и белый, и светло-розовый, и коралловый, и салатовый, и голубой, и синий, и фуксия. Мне кажется, я уже даже начинаю путаться в том, что я называла. Очень красивая, яркая носочка. И жутко любопытно, как она ляжет в носках. Вот такое мне очень понравилось. Я вообще, если честно, вот эти расцветки, которые, называются мулине, да, я их не очень люблю. Это меланж такой. Здесь белые, светло-розовые и такая, может быть, фуксия, может быть, немножко как фиолетовый. Давайте попробуем сфокусироваться. Вот так, да? Я не знаю, почему у меня сбился фокус в этом телефоне. Но попробовать перестроить. Вот. Но почему-то именно из этой пряжи я носки себе очень хорошо представляю, да? Такие будут прикольные розовые меланжевые носочки. И вот такой бонус, скажем так, да, подарочек. Тут этикеточки нету, но я потом у Саши посмотрю. Это что-то очень приятное. Я бы даже не на носки это дело пустила, а на какое-нибудь плечевое изделие, потому что она реально мягкая, теплая, абсолютно не колючая. Может быть, совсем чуть-чуть. В какой-то момент мне показалось, какая-то колкость. И очень-очень приятный цвет. Такой еле-еле-еле розовый. Какое-то розовое молоко у меня почему-то. Вот так в голову приходит. Так, вот. Так что получается еще 8 пар носков. Как будто бы до этого было мало. Так, Саша, большое спасибо за невероятную красоту. За то, что у меня теперь в контейнер с носочной пряжей однозначно все не влезет. Потому что до этого еще кое-как я там впихивала. Теперь уже точно не влезет. Надо будет постепенно все это дело, конечно же, вывязывать. Вообще, если бы было достаточно свободного времени, это же, по факту, это 2 недели работы без особого напряга, да, и будет 8 пар носков. Это бы мне бы хватило на Новый год сделать подарки своей семье большой, где-то третьей части. Потому что семья реально большая, если садиться всем вязать носки, то это нужно месяца полтора посвятить временем свободного именно вязанию носочков, прям, знаете, так целенаправленно. Так, все, спасибо большое, ссылка в инфобоксе, заглядывайте, смотрите, переходите, подписывайтесь, там и скидочки бывают, и акции, и привоз достаточно часто, насколько я могу видеть. А теперь мои процессы, без понятия, сколько у меня их, как-то очень много, по-моему. Пока вижу 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я вернулась к своей десяточке стандартной. И давайте начнем с того процесса, который я вчера, вообще вчера не взяла. Позавчера немного продвигала. Этот процесс у меня участвует в вязальных гонках. Я ничего пока не измеряю, не засекаю, я просто вяжу. Вот у меня маркерочек только единственное, да, болтается здесь от старта вязальных гонок. И, естественно, мне очень хотелось хоть что-нибудь хорошенечко продвинуть. И поскольку это единственный процесс на пятерке, который в работе у меня сейчас, да, то я предпочла именно его. И появилась у меня
Получается, вся голубая полоса, да, светлая вот эта бежевая. И перешла я уже на следующую серую полосу. Значит, скорее всего, когда я провяжу следующую серую полосу, там уже, скорее всего, будут проймы, потому что я хочу достаточно широкие рукава, да, такие свободные, прям хорошо свободные. И, скорее всего, это уже будет как раз-таки нужная мне высота до проймы. Вот, поэтому дальше нужно будет разделять вязание на перед и спинку. Я, скорее всего, буду в этот раз вязать, ну, здравствуйте, что это такое, квадратную пройму, да, то есть вот эту резинку я закрою. Получится у меня спущенное плечо, такое чуть-чуть спущенное. И что хотела сказать по поводу вот этой светлой полосы. Я вчера полазила по своим корзинкам с остатками, там за последние полгода, по-моему, собирается в одной корзинке все. И у меня там лежал клубок такой небольшой, ну, где-то вот такой, вот этой бежевой пряжи. Я думаю, зачем мне начинать новый моток, если у меня есть такой клубочек. И я вообще без задней мысли начала из него вязать, и только потом я поняла, что это за клубочек. Я когда заканчивала свой джемпер ажурный, да, все вот эти вот, все вот такие вот, я смотала все это в одну кучу, чтобы это не было 5 или 6 клубков, и у меня вся эта полоса, ну, конечно, я вам, вот смотрите, вот, вот, где-то там еще, короче, по-моему, здесь было в общей сложности 5 отрезков, то есть вот это, здесь куча узлов. Я немножечко, конечно, об этом пожалела, а потом подумала, ладно, что я кончики не спрячу, позову Олю в гости. Это шутка, это баян такой, да, ну то есть не воспринимайте это всерьез, запрячу я и самостоятельно, конечно же. Но сам факт, что эта полоска, она связана реально из остатков, то есть прям сильно из остатков, из обрезков, я бы сказала. Но мне хватило, и у меня еще даже вот такая вот штукенция осталась. Я, конечно, уже из этого вязать не буду, но на всякий случай не выбрасываю. Все-таки пряжа у меня это остаток от плечевого изделия, да, то есть я не хочу ничего докупать. Вот, я нигде еще не прятала кончики, процесс вяжется великолепно приятно, спицы номер 5, немножко бесит леска, честно скажу, потому что она сама своей жизнью живет, да, то есть, ну, ади, шикарная спица на самом деле. Вообще, к спицам самим претензий нет, к соединению... Ну, по сути дела, тоже как такого какого-то там неудобства не вызывает. Но леска, я не знаю. Может быть, у меня какой-то неправильный кипяток в доме. Не помогает. Ни с желтыми лесками, вот этими, которые классические спицы, да, премиум они, по-моему, идут. Ни вот из набора эта красная леска. Но она же, посмотрите, вот ее колбасит. Как ей хочется, так она и ведет себя. И приходится реально поправлять. Вот, поэтому... Есть момент такой, да, хотелось бы иначе, но жутко хочется вязать на укороченных спицах, поэтому я не перехожу на другие. Вот, это первый процесс и единственное продвижение за выходные. Вот считайте, что влог выходного дня состоялся. Так, процесс номер один. Дальше, дорожный процесс, который я притащила с собой из машины для того, чтобы просто обозначить его, это носки из пряжи Казал Happy Fit. Это 75% мериноса. Там не сказала, это Alize Cotton Gold Plus. Да, вот тут у меня есть моток лежит. Это полухлопок. 55% хлопка, 45% акрила. Цвет конкретно вот этот, 67-й. Голубой, по-моему, 350, если ничего не путаю. А серый 21-й. И здесь у нас 200 метров на 100 грамм. Рекомендуют спицы, по-моему, до восьмерки. Да, 6,8 я вяжу на 5, но в следующий раз, когда я доберусь опять до этой пряжи, у меня еще есть в запасах, там, по-моему, 4 цвета, я попробую и на 6. Вот, а это Газал Happy Fit, цвет я вам не скажу, но это 75% мериноса, 25% полиамида. Пряжа ручного крошения, как заявлено на этикетке. У меня очень красивая расцветка, вот такая. И в петлях это просто божественно смотрится, потому что и красный такой, знаете, неравномерный. Но мне это так нравится, что он такой. Единственное, что я бы, наверное, полоски реже сделала. Ну, если бы я красила, хотя я не умею. То есть, чтобы полоска цветовая была не равна полоске красного цвета. Но все равно от этого они не менее краше.
Это у меня дорожный процесс, откуда здесь взялась муха, вообще непонятно. На улице такая холодина. Вот. Вяжу от мыска, как обычно, опять же, та же самая лицевая гладь, ну, потому что здесь, в такой пряже, насладиться цветовыми переходами, это то, что нужно, да, то есть, вот, какие тут еще узоры. Короче, носки вяжу вообще, ну, просто вяжу попробовать эту пряжу в переходах, да, посмотреть, как это вообще происходит. Это процесс у меня номер два. Так, самое страшное, вот здесь у меня стоят два ящика, мы оставим на потом. Процесс номер три, это у меня вязание джемпера из Нако Калико вместе с пайетками, теми самыми, за которыми я ездила. Тут у меня с последнего пятничного видео ничего не продвинулось, я не прикасалась, то есть, ух ты! А так можно, да, было? Опа! Значит, вяжется тело на данный момент. Вот это у меня уже пошла спинка. Вот это да. И когда я закончу спинку, здесь на самом деле не так много осталось, я перейду на вязание переда. Сошью плечевые швы, сделаю обработку горловины без использования пайеток. Посмотрю, что у меня осталось по полухлопку, именно по Нако Калико. Скорее всего, останется совсем ерунда. И там уже буду определяться, как мне дальше поступить, да, то есть я вообще хочу связать джемпер с полноценными, длинными, хорошими рукавами. Плюс рукава будут широкие, да, то есть тоже такие, ну, чтобы было удобно, нигде ничего не тянуло. И там уже я буду понимать, чего мне хватает, чего мне не хватает, есть ли смысл это заказывать, потому что если вдруг я буду видеть, что мне еще пайеток не хватает, да, то есть с этими вот полутора мотками от Саши, то... Ну и какой смысл уже что-то там делать? То есть уже по-любому не хватает на длинные рукава. Короче, пока еще ничего не могу сказать. Буду ориентироваться. Чуть позже. Может быть, это и стопорит меня в этом процессе. Потому что как-то он вначале очень бодро пошел. А сейчас, ну не то чтобы нет желания, знаете, просто есть другие процессы, с которыми меньше замороки. Вот у меня так, то есть я могу хотеть очень сильно что-то закончить. Вот прямо я бы закончила, носила, но как подумаю, что, блин, это же возможно не хватит пряжи, надо будет дозаказывать, искать, ехать, ждать. Ай, повяжу чего-нибудь другое, да. Дальше процесс у меня есть, который я очень горю желанием на этой неделе полностью закончить. Это у меня... сарафан бабушкиным квадратом. Я такой уже вязала летом. Я просто поняла, что я в последнее время его даже не достаю из этого контейнера. И у нас совсем скоро уже стартует совместный проект по вязанию этого сарафана. На сайте есть в самом конце, в каталоге, да, товаров есть ссылочка, не ссылочка, короче, артикул, да. И там можно оплатить участие в совместном проекте, что-то язык начал заплетаться. Значит, у меня, ну, фактически все готово. Смотрите, у меня все квадраты связаны, мне осталась совсем ерунда. Довязать вот этот квадрат, связать треугольники и все это дело собрать. Это день работы. Один рабочий день. Ну, и обвязать по низу плюс бретельки. Ну, еще там пару часов, да, то есть... Я думаю, что я справлюсь с этой задачей, как бы хотелось бы, в планы я себе такое поставила. Это у меня пряжа Ализе Дива Silk Effect. Здесь у меня остаточки от тех моточков, которые я использовала. Значит, фуксия, вот такой фиолетовый, это Северное море, ярко-желтый. И вот этих всех остаточков мне хватит, чтобы закончить вот это все безобразие, да, все недостающие мотивы. И даже тут однозначно еще достаточно много останется. Единственное, что мне, скорее всего, не хватит синей пряжи. То есть все-таки чуть-чуть я еще залезу в четвертый моток. Расход у цвета основного достаточно большой, да, понимаете. Вот, поэтому ориентируйтесь, если вдруг собираетесь участвовать в совместнике. Значит, пока еще помню, сегодня, завтра и послезавтра. То есть 18, 19 и 20. На сайте alinavyazhe.by минус 30% на все мастер-классы и описания. То есть совместники нет, а вот все остальное, пожалуйста, можете со скидочкой в течение 3 дней приобрести и вязать в свое удовольствие.
и делать выводы свои. Вот, такие вот у нас дела. Ну, в общем, в этом месяце это по-любому станет готовой работой. Это вот да. Этот процесс у нас получается уже номер 4. И, наверное, в конце мы с вами заглянем еще в мой сундук с пряжи. Это процесс у нас будет номер 5. И это платье. Я с ним хочу сегодня поработать, потому что оно, опять же, с пятничного видео не продвинулось вообще. Вот, это платье в технике реглан сверху вниз. Очень красивая регланная линия достает. Думаю, боже, ну какая прелесть. Кажется, да, ну гладь и гладь, что-то там увидела такого. А мне так нравится. А мне так нравится. Так, это Cotton Gold обычный. Здесь у нас тот же состав. Цвет у меня номер 390, 330 метров на 100 грамм. Вот. Вяжется и кайфуется. Вывязано, по-моему, 20 рядов реглана из 54, если я ничего не путаю, или из 57. Ну, в общем, я хочу реглан за сегодня осилить. Посмотрим, как пойдет. Вах! Это уже 1, 2, 3, 4, 5. Так, контейнеры закончились. Немножко места много занимает. Теперь пошли по проектным сумкам. Если говорить о том, что я собираюсь закончить за октябрь, то из вот этих 5 проектов, которые я назвала, однозначно сарафан. Ну и бы мне, наверное, бы хотелось закончить джемпер знаков Колико. А вот платье и джемпер полосатый, они у меня уйдут явно на следующий месяц. Я даже не стану надрываться. И носочки. Это вообще будет дорожный процесс. То есть я решила с носками теперь, если это не описание, не торопиться. Но это занимает много времени. Как бы вообще-то. Так, что в моих проектных сумках? Здесь у меня Румата. Это худи для старшего сына. У меня тут мысль такая появилась. А может быть мне замутить Family Look? Единственное, что если я ничего не путаю, то в полухлопке 684 цвета нет. Да? То есть он есть только в полушерсти. Это все вот эти Lana Gold. Все виды. А вот в других оттенках, даже в мериносе, по-моему, нету. Вот, так что, ну, я пока так, знаете, просто подумала. Это у меня худи для старшего сына. Я его вяжу в совместном проекте, в своем собственном. То есть я вяжу его не одна. И этот совместный проект тоже можно участие в нем купить на сайте. Стоимость 290 там с хвостиком рублей российских, то есть 10 белорусских, да. И в течение этого года мы все вместе вяжем худи. Я помогаю с расчетами, если нужна помощь, потому что мастер-класс, в принципе, в открытом доступе. То есть заманить я вас туда в совместник, конечно же, не могу. Вы сами решаете. Если вы хотите вязать такое худи, то вы, соответственно, можете это сделать полностью самостоятельно, да? А если помощь нужна, то добро пожаловать. Вот, значит, у меня здесь вывязано 2 мотка. 3 я докупила. 3, наверное, мне еще нужно. Пока не знаю. Но мне так кажется, что 3 мне еще точно понадобится. Вот, на этой неделе, скорее всего, с этим проектом я работать не буду. Но и в октябре я его точно не закончу. Я его, ну, постараюсь закончить к декабрю. Да? То есть в следующем месяце я не буду это ставить в приоритетный процесс. Это будет больше, как, знаете, я посмотрю, что я там должна обязательно закончить. И вот если худи влезет по метражу, то я его возьму, конечно же. А вот ажурный джемпер с пряжи Alize Cotton Baby Soft, он уже неприлично долго у меня задержался, и его надо заканчивать. И вот его я хочу закончить в этом месяце, потому что тут уже давным-давно нет продвижения, а очень хочется. Вот он похудел. Похудел, пока в сумке лежал. Не, нормально все. Ой, какая это кайфушка. Я каждый раз, как распаковываю эту сумку, думаю, боже, ну какая прелесть.
Ну, какая классная пряжа, ну, какой классный узор. Я снимаю мастер-класс по этому джемперу. Ну как, начала снимать, да? Надо продолжить. Вот такая красотища. Здесь у меня, по-моему, второй моток в работе. Если я ничего не путаю. Спинка лицевой гладью. Вижу на спицах номер 4. И вот такая ажурная прелесть попереду. Ну и, в общем-то, все. Дошла до пройм и замерла. Замерла дело, потому что дальше уже все. Дальше уже снимать, снимать, снимать. Прямо много снимать. Поэтому вот мне бы хотелось именно на следующей неделе, уже вот со следующего понедельника, выкроить время именно на этот мастер-класс и полностью его закончить. Так, сбилась немножко со счета, но мы потом подсчитаем. А здесь у меня лежит джемпер крючком. Вот я его достала в начале месяца, думаю, надо закончить. Сейчас сижу, думаю, блин, что-то опять не так. Что-то опять не так. Мне кажется, тут уже так знатно распустила рукав, столько раз его доставать и засовывать обратно. Знаете, что я подумала? Наверное, может быть, я его хочу потом повторить, чуть иначе сделать. Да, то есть вот связать этот, потому что как бы никаких претензий, опять же, к нему нет, да, к этому джемперу. А, но есть сомнения, как будто бы что-то в носке будет неудобно, может быть, сильно, слишком широкая горловина. А, хотя, ну, то есть это пока не очевидный факт, я пока это только могу предположить. И я все думаю, ну как мне правильно поступить? И потом я подумала, надо довязать, потому что уже совсем ерунда осталась, да? Немножечко поносить, сделать просто выводы, и потом уже по этим выводам, да, учитывая там то, что там мне не понравится, внести эти коррективы в расчеты и уже тогда отснять хороший мастер-класс уже как бы по проверенному расчетам, ни к чему претензий нет. И именно вот вопрос... А то ли это, что я хотела, да, то есть все-таки это Ализе Дива, это микрофибра, это для меня всесезонная пряжа, ну, точнее, больше на холодный сезон, потому что летом в жару я в этом сходить не смогу, даже не в жару, а просто в обычную там летнюю температуру, для меня это слишком, вот, то есть... Может быть, есть смысл связать это из полухлопка второй раз. У меня вообще много всего на самом деле есть в запасах, что могло бы сюда подойти. Даже Cotton Gold тот же, да, то есть пересчитать пряжу по-другому. Потом у меня есть пряжица, как она называется, 100% хлопок от NACO Solare, что-то такое, да, можно из этого попробовать. То есть, ну, то есть это нужно прям еще раз будет повторить однозначно. А пока что этот джемпер, в котором полностью готово тело, здесь не хватает обработки горловины, то есть она, конечно, такая большая не будет. Тут еще такая резиночка будет у нас. Здесь практически готов первый рукав. Осталось довязать буквально, по-моему, там раппорт и манжет. Да? То есть я хочу длину рукава полноценную и второй рукав. И ну, по данной модели я уже ничего не снимаю. Я начинала, но вот эти все сомнения всякие меня там одолели. И я решила, что ну, надо как бы... подумать сначала. Но закончить очень хочется. Я посмотрю. Я очень постараюсь закончить это тоже в этом месяце. Это у меня тоже Ализе Дива. Дива у меня много в запасах, поэтому если я не могу определиться и выбрать из другой пряжи, в основном я беру Диву для таких вещей. Так, ну и еще два процесса. Два процесса. Нет, еще не два. Значит, шапка. Шапка, она у меня застряла. Она у меня застряла, я ее даже уже достала из проекта сумки, потому что она у меня вся она у меня лишняя. Я не знаю. Значит, тут вот так. Это у меня Ализе Мерино Ройл. И вот я думаю, заканчивать, не заканчивать. Тут как бы получается, эта работа немного, да? Ну, за вечер можно закончить.
Ну, я рассказывала, я залезла перебирать запасы, одежду там зимнюю доставать, летнюю убирать, ну, как у всех это обычно бывает. И смотрю, что у меня у Макса столько шапок всяких, без завязок именно, что прям появились сомнения, есть ли необходимость. С другой стороны, если я сейчас распущу эту пряжу, да, то есть вот этого синего, 444-го, здесь уже целый моток. И как бы распустить, я уже точно не захочу из него потом что-то вязать. То есть я люблю все-таки из новой пряжи вязать, да. И вот я вся в сомнениях. Но я пока не распускаю, видите. Значит, я еще не решила, что я хочу с этим сделать. Так. Прам-прам-прам. Это беспроектные сумки. И последний процесс, который придется полностью перевязать. Значит, я говорила, что мы с Данилой подумали и решили. Подумали и решили, что это должна быть такая большая, ну, это он так захотел. Он сказал: мама, это модно. А я думала, что он к оверсайзам, извините, относится как-то очень-очень скептически, потому что он парень длинный. Ну, в смысле, высокий, да, у него нет проблем с лишним весом, в отличие от меня. И я думала ему так, ну, не то чтобы по фигуре, но с хорошей свободой облегания, как положено для верхнего изделия, а он хочет прям такую вот большую. Вот. И поэтому это все дело мы перевяжем. Вот. Это здесь у меня спинка. Может, и не перевяжем. Ну, короче, надо пересчитать, посмотреть, что получается. Это у меня рукав. Первый с рукавом, кстати, возможно, проблем не будет. Ну, то есть он такой нормальный, да. Тут просто что сильно подворачивается полотно. Если отвернуть, то видите, насколько больше получается. Вот, манжет очень эластичный. Ну вот, тут даже моя кулема влазит. И это у нас куртка из пряжи Alize Superlana Maxi. Здесь 25 шерсти, 75% акрила, 100 грамм, 100 метров. Цвет 652, очень красивый цвет, называется Туман. Вот так. Прелесть прелестная, у меня 15 мотков. Поскольку в этом месяце у меня и так много, вот, знаете, что поняла, что меня тормозит в некоторых процессах. Не отсутствие каких-то там знаний, навыков и техник, а скорее в большинстве случаев это полная недостаток полной определенности с тем, что ты хочешь в итоге получить. Вот так я бы сказала. То есть вроде видишь, о, я вот это хочу, потом начинаешь думать, так, а как это должно быть, чтобы это на мне хорошо смотрелось? И все, и вот уже неопределенность какая-то появляется в процессе, и уже становится как-то не так бодро. И теперь переберем коробочки. Ну, я тут за кадром немножко, да, а вам буду рассказывать. Значит, у меня здесь очень много вот такой ерунды. Смотрите, это две коробки, которые реально просто нужно разобрать. Тут куча образцов. Я их все хочу определить. У меня есть коробка для образцов. О, о, сейчас спицы понаходятся все. Вот еще. Вот еще. Это то, что можно показывать. Дальше. Вот это можно показывать. Я почему говорю, можно, нельзя? Тут всякое у меня лежит. Даже есть вещи, которые к вязанию никакого отношения не имеют. Вот так. А тут у нас что? Ух ты. Вот так. И еще. Ух ты. Что мне? Если как покажу, потом не отвяжусь. Ну, в смысле... Ну, вы поняли, да? Вот так. И вот так. Вот это тоже образцы. Образцы. Это пряжа. Это можно. И вот это тоже образцы ненужные. В смысле ненужные, ну, уже как раз свою отработали. О, какую кучу я еще навернула.
По этому прекрасному делу у меня есть на канале мастер-класс. Это, если вы вдруг не поняли, это носочки, которые нужно повесить на елочку. То есть, если будет все хорошо, пожалуй, я на эту тему заикнусь, то в этом году я планирую отснять эту серию мастер-классов, набор новогодних игрушек, вязаных на елочку, да, то есть прям вот, чтобы елочка была украшена вот такой всякой красотой. Это носочки по мастер-классу моему. Оставлю вам ссылку, у меня там есть носочки, есть снежинки, да, то есть готовимся к Новому году. Это носки из Cotton Gold, по-моему. Боже мой, как он? Газал Baby Cotton, вот. Что-то мне переклинило. Поэтому это мы отложим. Дальше. У меня здесь лежит вот этот джемпер, по которому никак у нас не случится нужное дело. И я тут кое-что для себя решила. Значит, этот джемпер, я его, конечно же, отнесу Максу в комнату. Сколько ему здесь лежать? Но решение по нему уже принято. Описание будет однозначно. Оно почти готово. Там, ну, чисто пересмотреть, пересчитать. Вот такая прелесть тут лежит. Жалко просто даже кому-то отдавать. Это мне подписчица дарила на Макса. Но пока посылка пришла, нам это уже было мало. И вот есть кому отдать, но жутко не хочется. Это очень классная шапочка. А вдруг? Хотя, конечно, я уже, ну, как бы, да, мне кажется, свою материнскую миссию, в смысле, как это, демографическую ситуацию в стране, свою миссию я уже выполнила. Теперь надо, главное, воспитать, да, чтобы людьми выросли хорошими. Как бы больше нет. Но шапочка хорошая. Но ради шапочки рожать не станешь. Так, теперь, вот это у меня папирус, вот, это спицы 3,25. Я хочу это дело распустить, потому что даже если я вернусь к этому процессу чуть позже, это однозначно не повод держать инструменты. Они могли где-то свое отработать. Поэтому распустим, уберем к папирусу. Сама про себя подумала, как будто бы я знаю, где он лежит. Ну ничего, у меня есть коробочка такая специальная. Коробочка, в которую я складываю все, что я не знаю, где лежит. Ой, я знаю, что я не одна такая. Таких нас много, поэтому, ну что ругаться? Нет смысла ругаться. Так, все, ладно. Потом, вот это я начинала пуфи плед. Потом меня тут отговорили, ну и, в общем-то, это надо просто в пакет какой-то аккуратно сложить, да, потому что, ну, тут 9 метров, сильно не запутаешь. И на попозже, наверное, оставить, на какие-нибудь другие, более спокойные времена, потому что сейчас у меня на это даже времени нет. Так, вот это дело нужно распустить, это первый вариант. Это нужно просто распустить, вот, да, туда же. Это тоже нужно просто распустить. Это мы уже 100 лет в обед, по-моему, 2 года назад. Я думала, что я хочу себе такой кардиган. Потом я поняла, что я не хочу себе такой кардиган. Это рапидо, кстати. Потом вот это шестиугольники. Ну, я уже говорила о том, что я не хочу больше вязать этот процесс. Что делать с этими шестиугольниками, я не знаю. Но выбрасывать-то их я, конечно, не стану. Вот оно лежит, и лежит оно есть, не просит, а глазами не мозолит, как это сказать. Ну, в общем, совесть меня по этому процессу не мучает, поэтому пусть оно дальше лежит. А вот когда-нибудь что-нибудь случится. Это у меня шапка. А, она полностью готова. Угу. Здесь подклад. Связан в 2 нити. А вы видите разницу в полотне между вот этим цветом и вот этим на камере? Она есть. Мне кажется, видно. Не поняла. То ли выстиралась, то ли выгорела. Значит, я вязала в прошлом году. Да, думала, Макс будет носить.
Но получилось как-то ни туда, ни сюда. Мы померяем еще раз вечером, потому что, если честно, я не помню, что в чем там проблема была. Может быть, в этом году мы это даже поносим еще. Мне кажется, что она ему мала стала уже. То есть она как-то как будто бы сильно растягивается. Не помню. Посмотрим вечером. О, сколько я себе работы на вечер придумала. И дальше. У меня вот здесь лежит процесс из мериноса. Из пасм, да? Помните, я начинала. Сняла со спиц, потому что поняла, что мне с таким макаром не хватит пряжи. О, сколько тут ширина полотна. Ух ты, ничего себе. Вот это вот настоящий оверсайз. Но я такое не хочу широкое. Поэтому это все вот временно ушло на хранение. До весны, я думаю. То есть это можно оставить спокойно. Здесь. Здесь у меня лежит скатерть. Мы не будем ее показывать, как в той рекламе говорили. И здесь у меня также лежит вот это. Это две готовые работы. Это готовая работа этого лета. Августа, если не ошибаюсь. Или, может быть, не августа. Это готовая работа еще прошлого августа. Это на самом деле очень классная готовая работа. Потрясающий топ. Вот. Вот такая прелесть прелестная. Пуговицы, мне кажется, шикарнейшим образом сюда вписались. Я их купила в нашем Леонардо в Минске. Очень классно смотрятся. Стоят они, конечно, как будто бы это не пуговицы, а серьги со Сваровски. Не знаю, почему такие цены на пуговицы, особенно в Леонардо. Вот. Это такой топ. Значит, по нему в прошлом году я писала описание. Даже набирала тестовую группу. Видите, у меня... Я даже не скрываю, да, у меня не отлажена еще эта работа. Мне каждое описание, каждый тест для меня это стресс. Я не могу их вот так вот как... Да, выдавать. Для меня это достаточно ответственный кусок работы. Вот, и... Я не откладываю... Ну, то есть я не отказываюсь от этой мысли выпустить его, потому что, ну, он классный. Тут больше вопрос стоит в том, что это нужно сесть и все пересчитать. Пересчитать, потому что что-то там то ли с плотностью у меня не сошлось, я не помню, в чем случился затык. Ну и поскольку прошел уже год, то, скорее всего, я еще точно не решила, я когда за описание сяду, за вот эти, за редактирование, тогда я уже буду решать, есть ли необходимость у меня в том, чтобы повторить эту модель еще раз. Это у меня Drops Muscat. Цвет я, к сожалению, номер уже не помню, но он очень красивый цвет. Да, согласна, я думаю, со мной. У меня есть Drops Muscat еще винного цвета красного. Но и на самом деле пряжи в запасах, подходящие под этот процесс, у меня еще уйма. Да? То есть я там по ходу решу. Возможно, мне бы хотелось такой топ в черном цвете. Почему-то. Я вообще люблю черный, да, заметно. У меня полтора года черный маникюр. Ну, практически всегда. И даже вот сейчас мне завтра на маникюр, я пытаюсь себя настроить, может быть, на что-то более веселенькое. А чем закончится, не знаю. Вот, поэтому этот топ... Скорее всего, я буду повторять, а вот этот топ я буду повторять, потому что мне, я хочу попробовать его еще из хлопка связать 100%, потому что вот это вискоза, бамбук точнее, да, с хлопком, или 100%, забыла уже. Вот такая красотишка. Он, правда, еще не стиран, но кончики я спрятала. Сама. Вот. Короче, это две такие работы, которые, ну, скорее всего, я буду на уже после Нового года с этим работать, да, когда будет у меня куча свободного времени, там уже можно будет с описаниями работать как положено, да. Сел и ты пишешь, сел и считаешь, а не так, что между съемками, монтажом, провязыванием других процессов для вязального канала ты пытаешься... Еще чтобы оставили силы у тебя на вот это. Итого, мы не будем это считать с процессами, да, потому что, ну, это готовые работы. Значит, у меня там скатерть и мериносовый джемпер, который я буду перевязывать. В
в процессах у меня. Так, секундочку. Я просто реально не понимаю, почему там столько много всего лежит, если мне столько много всего не надо. Вот так. Останется один контейнер. Отлично. Значит, курточку мы убираем до, скорее всего, ноября. И поехали считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 процессов у меня в этот раз. Так. Туда. Туда. Шапка, мы еще подумаем. Ну и теперь посмотрим, что же у меня вот в этой коробке. Я сюда докладывала пряжу, но я доложила, что Лану Голд, да, и Газал. Это если говорить про то, что было в начале месяца. И вот на сегодня, на какое сегодня, 18? 18 октября. И вот что у меня из того, что вот здесь лежит, не в работе, пока только вот эта пряжа. Это у меня Фибронатура Cotton Royal Color Waves. Это будет футболка регланом сверху вниз с V-образной горловиной. Я подумаю, возможно, я сниму на это дело мастер-класс. Вот. То есть это будет с коротким рукавом, потому что пряжи на длинный у меня не хватит. Ну и получается, смотрите, это у меня на рукав джемпера. Ну вот это только новый процесс. Вот пайетки и на куколику это у меня на джемпер. Это от ажурного джемпера, это от полосатого. Можно даже отсюда его убрать. Вот. Поэтому, ну конечно, коробочка моя пустой не станет однозначно к концу месяца. Но в целом все очень даже неплохо. То есть я прямо даже довольна. Все, порядок. Я очень люблю порядок. Даже при условии, что обычно это принято называть творческим, как это там, творческим хаосом, творческим процессом. Я все равно люблю, когда все лежит на своих местах. И когда все, вот, знаете, минимум визуального шума. Я когда-то услышала это словосочетание визуальный шум, и оно вот прямо на моем языке крутится постоянно. Я очень люблю, когда все вот по минимуму. Вот. С маленьким ребенком это очень сложно. Вот. Такие дела. Все. На этом у меня все. Я надеюсь, что вы приятно провели время. Огромное вам спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки, за подписки. Увидимся с вами в новых роликах. Завтра уже будет видео о продвижениях в вязальных гонках. Я сейчас постараюсь что-нибудь еще нагнать. Вот, чтобы не быть в конце забега. Хотя, конечно, это все шутки, да. Тут, ну, тут больше вот кайфануть от компании, скажем так. Вот. На этом у меня все. Хороших вам рабочих дней. Не забывайте про распродажу на сайте, если вы вдруг что-то хотели купить, да, и ждали распродажу. Не забывайте о совместниках, если вы вдруг хотели принимать участие и почему-то упустили, да, эту информацию, возможно. Вот. И всем пока-пока.